Во вторник в зале Дворца культуры прошла поэтическая встреча, посвященная Всемирному дню поэзии. Ее участниками стали представители литературных объединений Черноморской Одессы, школьники и учащиеся морского колледжа. На сегодняшний день городские власти стараются поддерживать черноморских поэтов и писателей и популяризировать их творчество. Цього року ми запроваджуємо літературну премію Василя Сагайдака. Кожного року виділяються з місцевого бюджету кошти на друк місцевих авторів, на видання книжок. Також я хочу з приємністю відзначити те, що вже вся Україна знає творчість Юрія Штельмаха. І це велику роботу проводить міська влада з літературними об'єднаннями, з громадськістю, з учнями наших шкіл. Встреча не была бы такой гармоничной без гостей из Одессы, которые уже на протяжении многих лет принимают участие в городских культурных мероприятиях. В этот праздник они пожелали коллегам достижения творческих вершин, а Черноморску процветания. Огромная радость, что вот Всемирный день поэзии мы отмечаем в этом замечательном городе. Много лет существуют наши добрые отношения с библиотекой имени Ивана Ряченко. Во время каждой встречи мы говорим о поэтах, которых знаем, которых любим. Вместе рассматриваем новинки литературы. И это действительно превращается в огромный красивый праздник. Мы приехали сюда к друзьям, к близким, родным друзьям, в ваш прекрасный город, в этот чудесный весенний солнечный день, день поэзии. И привезли маленькие подарки. Одесса – город добра и мира, образец толерантности, где в каждом жанре культуры и искусства творят замечательные мастера. Не исключено и то, что талантливых людей мы встречаем и в городе Черноморске. А поэзия – это отдельно, это золотая страница. Поэзия была, будет, она всегда трогает до глубины души нас, старшее поколение и, надеюсь, молодое. В ходе поэтической встречи присутствующие смогли услышать рифмованные строки черноморских и одесских поэтов, а также музыкальные композиции в исполнении пианистов. Яркий номер, в который вошли и прекрасные строки поэзии, и мелодичные звуки фортепиано, подготовили мастер поэтического слова Светлана Лукина и заслуженный работник культуры Украины Евгений Лукашов. Не привыкайте к чудесам, дивитесь им, дивитесь. Не привыкайте к небесам, глазами к ним тянитесь. Приглядывайтесь к облакам, прислушивайтесь к птицам, прикладывайтесь к родникам, ничто не повторится.